возникнет опасная ситуация. По крайней мере, не так уж и часто. Ну да, ты прав. Иногда мы на грани... Ух ты, я люблю смотреть мультики и лего. Слушай, Ран, какая-то ты. Тяну. Стой, я щеку погнулся, но ничего не делал. Вот понимаешь, что это паук. Ой, я один. Почему Радион со мной не играет? Я пошел позвать Радиона. Радион, давай поиграем в Лего. Нет, Юрик, мультик больше интереснее, чем Лего. Я хочу играть с Лего. Ладно, где? Я люблю Мне нравится смотреть мультики, это весело. Радиончик, еда готова. Пойдем кушать, пойдем? Пойдем кушать. Я приготовила еду. Нет, смотри, мультики это весело. Кушать. Я хочу смотреть мультик. Пойдем бросать свой этот самый планшет. Хватит играться. Пойдем мы с Юриком и с тобой сходим погулять на улицу. Просто хочу посмотреть мультик. Играть в планшет и смотреть мультики — это более интересно. И смотреть и играть в видеоигры. Слушай, Юра, я вообще не знаю, что делать. Родион целый день смотрит мультики и играет в игры на планшете. Ну тогда у меня есть идея. Надо вообще отключить интернет, и чтобы он не мог этим пользоваться. Так, сейчас я буду отключать интернет в таком случае. И... Все, выключил интернет. Ай. Что случилось? Почему он не работает? Я чувствую хорошо. У меня болят глаза. У меня болит голова. Я очень хочу кушать. Бабушка! Родиончик, ты звал меня? Да. А что случилось? Что случилось с планшетом? С планшетом? А что с ним случилось? Я не знаю. Он не работает? Нет. Наверное, он сломался. Целый день он не может работать. Ты так долго игрался, что он перестал работать, он сломался. У меня болят глаза, а еще болит голова. Родиончик, потому что смотрел целый день планшет, целый день ты игрался, смотрел мультики очень много, поэтому теперь тебе болит и голова, и глаза, и ты же не пошел кушать, отказался. И теперь как ты себя чувствуешь? Маша, я хочу кушать. Ты хочешь кушать, ты не кушал целый день. Ты только смотрел мультики и игрался. А где же дедушка и Юрик? А дедушка и Юрик пошли на улицу гулять. Очень хорошая погода, солнечная на улице. И они играются на детской площадке. Я тоже хочу к ним. Хорошо, я позвоню им. Я думаю, что, может быть, они придут и возьмут тебя погулять на улицу. Но ты обещай мне, Родиончик, что ты не будешь больше целый день играть на планшете и смотреть мультики. Хорошо? Хорошо. Здесь не смотрите так долго планшет. Заболят глазки, а еще голова заболит. Я когда не смотрите целый день планшет?